Добрый день! С вами дистрибьютор Таповая в городе Днепр Ингелова Лариса. Сегодня у нас ассамблея, которая закрывает 20-ю неделю и открывает 21-ю. Я приветствую всех, кто присоединился к нашей ассамблее, и хочу еще раз напомнить, что в течение 4 недель блокбастером мая у нас является изделие Ультра Про объем 3,5 литра, в котором мы сегодня будем готовить винегрет за 20 минут в микроволновой печи. А также напоминаю, что подарки у нас просто шикарные. За размещение заказа на 3800 в течение 4 недель наши консультанты и менеджеры получают в подарок 2 акваконтроля объем 500 мл и литр 300. За размещение второго квалификационного заказа все консультанты получают контейнер акваконтроль объем 2,1 литра. А при размещении трех квалификационных заказов мы получаем целых 6 таких акваконтролей. И уже очень многие наши консультанты получили такие уникальные подарки. Ну а также, если мы размещаем 5 квалификационных заказов, посмотрите, какие красивые бокалы. Целых 8 штук наши консультанты и менеджеры получат по окончании программы за размещение 5 квалификационных заказов в течение 4 недель. Не забываем о том, что у нас есть подарки по рекрутированию. Когда мы открываем возможности другим людям пользоваться такой замечательной посудой с экономией 25%, а также получать подарки, узнавать об этих изделиях первыми, то тогда мы получаем контейнер «Водолей». Ну и еще одна приятная новость. Все наши консультанты, которые в течение 19-22 недели разместят заказ на 700 гривен на одной неделе, получают в подарок лейку «Мини-Макс». Очень нужное изделие, которое занимает мало места на кухне, но всегда пригодится, когда вам нужно налить в бутылку какое-то количество жидкости. Ну а сейчас мы приступаем к приготовлению винегрета. Использовать будем кастрюлю Ультра Про, объем 3,5 литра, крышка 800 мл. Ну а самое главное, обратите внимание, какая уникальная цена. Экономия почти 50%, а для консультантов и того больше. С чего мы начинаем? Начнем мы готовить сначала овощи. Овощи все наши будут сырыми, но мы их поставим в Ультра Про на 20 минут. Сразу одновременно все складываем слоями в кастрюлю. Достанем из умного холодильника свеклу. Первым мы будем очищать и выкладывать в Ультра Про свеклу. Ножом из коллекции «Универсал» мы отрезаем кустики, а затем очищаем. Очищаем овощечисткой вертикальной. Вертикальная овощечистка очень удобная, благодаря тому, что здесь, во-первых, сталь 1810, то есть сплав хрома и никеля, эта овощечистка будет служить вам очень долго. А также, если с одной стороны затупилось лезвие, то вы можете достать и перевернуть, и тогда у вас овощечистка будет еще долго оставаться острой. Лезвие здесь меняется. Ну, а также здесь есть петелька, которая выбирает глазки на картофеле. И удобно то, что можно работать как правой рукой, так и левой. Очищаем сначала свеклу. И посмотрите, как здорово. Очистки можно сбрасывать не в полиэтиленовый пакет, а вот в такую емкость, которая называется «Риверси». У вас она стоит на столе, и очень удобно можно сюда вот все почистить. Но еще удобнее, если вы открываете стол, у вас есть дверца, и повесить на дверцу. Тогда прямо перед собой у вас будет стоять этот контейнер, и все очистки будут у вас помещаться в этот контейнер, а не в раковину, либо на газетку, либо куда мы раньше вот очищали. Итак, посмотрите, как очень легко, очень быстро и, главное, очень экономно мы очистили свеклу. Ну, согласитесь, ножом так никогда не очистишь. Морковь тоже очень удобно очищать. Обратите внимание, какие тоненькие-тоненькие у нас остаются вот пластиночки кожуры.
И третий продукт у нас картофель. Мы его тоже очищаем овощечисткой вертикальной. Очень быстро, очень легко. У нас здесь есть глазки, и глазки мы выбираем при помощи петельки. Овощи мы очистили. Теперь мы их измельчаем на комбайне Extra Chef. Вот такой комбайн, объем литр 350. Здесь очень острые ножи. Сначала мы нарезаем на более крупные кусочки, а потом будем измельчать комбайн. Очень удобно, потому что это не электрический комбайн. И хорошо экономится электроэнергия. Закрываем крышкой. Здесь есть не только ножи, а очень острые, а еще есть и печи, на помощи которых мы можем готовить майонез, различные соусы. Но сейчас мы используем насадку ножи. Вяткиваем. Нам не нужно очень мелко, но тем не менее, посмотрите, как здорово у нас получилось измельчить свеклу. У нас есть еще одна свекла, поэтому будем нарезать порционно. Ставим снова насадку ножи и нарезаем еще одну свеклу. И точно так же измельчаем. Первый слой у нас будет свекла, следующий это будет морковь, а затем картофель. Свеклы мы выбираем из комбайна силиконовым скребком малым и затем будем нарезать морковь. Вот так мы стараемся все убрать. И нарезаем следующий продукт – морковь. Мы нарежем колечками. Отправляем все это в комбайн. Закрываем крышкой. И измельчаем. Сначала кладем немножко кукурузы, а потом добавим. Главное не измельчить очень сильно, иначе получится пюре. Ну вот, теперь уже достаточно. Как раз такие кусочки нам подойдут на винегрет. И следующее мы распределяем морковь. И следующее это у нас будет картофель. Вот с картофелем немножко можно поосторожнее, потому что картофель очень можно превратить быстро в картофельное пюре. Картофель у нас готов и отправляем тоже к другим овощам в кастрюлю Ультрапро. Все овощи мы нарезали. Теперь добавим где-то одну чайную ложечку водички и отправим в микроволновку на 20 минут при мощности 800 Вт. Пока готовятся овощи в микроволновке, мы за это время помоем наш комбайн и нарежем лук и огурцы. Репчатый лук мы достанем из контейнера яблока. Здесь отлично сохраняется очищенный заранее лук. Нет никакого запаха. Теперь мы только разрежем на крупные куски и тоже будем измельчать в комбайне Extra Chef. Закрываем крышкой и несколько рывков нам позволят быстро нарезать лук. И при этом закрытая крышка, мы с вами плачем, я не плачу. Измельчился, и сразу же мы добавим сюда еще и соленые огурцы. Соленые огурцы мы очистим, а достанем мы их из нашей чудо-банки.
огурец я люблю очищенный от кожуры, ну а вы как хотите. Можете очищать, можете не очищать. Опять-таки, мы можем очищать не только сырые овощи, а и маринованные, соленые, наши вертикальные овощечистки. Тогда они будут понежнее. И сейчас нам останется только нарезать огурец и добавить еще квашеную капусту. Предварительно нам нужно будет винегрет остудить. И чтобы овощи не окрашивались друг от друга, нужно добавить растительного масла. Это уже по вкусу. Если хотите, можно добавить еще и зеленый горошек. Ну, мы сегодня сделаем без горошка. Еще один огурчик, а может даже и больше, потому что у нас получилась большая масса. Много получилось винегрета, и мы сейчас добавим огурец. Ну, а каждый добавляет по вкусу. Можно, конечно, еще добавить и яблочко, но это уже кто как хочет. Прошло 20 минут, наши овощи готовы. Одеваем силиконовые варежки. Не забудьте, до конца мая сейчас можно купить силиконовую варежку с очень хорошей экономией. Мы достаем нашу ультрафло кастрюлю, открываем от себя, потому что горячее. И теперь нам нужно добавить растительное масло, дать немножечко остыть, и все перекладываем в сервировочную чашу из коллекции, из сервировочной коллекции. Итак, растительное масло мы добавляем из контейнера компактус для масла, объем 1,1 литра, и наливаем, закрываем варежку, и вот так у нас получились такие замечательные тушеные овощи. Овощи сохранили свой цвет, все витамины остались у нас в салате, они не ушли в воду, которую мы потом просто выльем. Вот такой у нас получился с вами винегрет. Теперь измельченный лук и нарезанные огурцы в салат. И добавим квашеной капусты. Добавляем капусту. Теперь уже и все перемешиваем. Осталось добавить украшения. Мы поставим сюда веточки петрушки. Красиво сделаем. И для сервировки добавим еще сервировочную пару бриллиантов. И наш винегрет готов. Пожалуйста, приятного аппетита! Напоминаю, что у нас заканчивается 20-я неделя во вторник и начинается 21-я неделя. Торопитесь заказать Ультрапро 3,5 литра с крышкой 800 мл по цене 1899 для гостей и 1424,25 для консультантов. Такой цены у нас еще с вами не было. Осталось всего лишь 2 недели. Ну, а напомнить хочу, что мы уже работаем. Дистрибьюторный центр открыт. Яворницкого, 96. Работаем мы с 10 до 18. Выходной воскресенье и пятница.